А где мой Илюша? Вот он, мои мальчики тут и девочки собрались, мои хорошие. Уважаемые друзья, всем еще раз привет из нашего домашнего питомника Костропола, из города Симферополя. И в этом видео поговорим о размерах чихуахуа, наболевшая тема для многих. Еще раз хочу повторить, все фото и видео очень сильно увеличивают собак, учитывая то, что я снимаю их близко, чтобы можно было рассмотреть щенка, чтобы вы могли рассмотреть его глазки, ушки, можно так сказать, усики. Иногда даже зубы мы снимаем, если нужно. И расскажу про породу. Порода чихуахуа считается самой маленькой породой, миниатюрной породой в мире. Меньше, чем чихуахуа, пород не существует. В породе описан стандарт. Очень часто мы слышим слово стандарт, которое пугает будущих владельцев, особенно тех, которые не сталкивались близко с этой породой и не знают тонкостей этой породы. Так вот, в стандарте указан вес чихуахуа от 1,5 до 3 килограммов. Что это означает? Это означает, что вес взрослой особи может быть от 1,5 до 3 килограммов. Да, конечно, бывают особи исключения, и это абсолютно небольшая редкость, которые весят взрослые меньше 1,5 килограммов и больше 3 килограммов. Допустим, 3200, бывает кто-то и 4 килограмма весит. Но если вы с собакой пойдете на выставку, то рекомендовано стандартом, чтобы собака весила не более 3 килограммов. То есть, если вашу собаку взвесят и она будет весить больше, то вероятнее всего собака будет снята с ринга без оценки, так как она преувеличивает вес, указанный в стандарте. Но теперь внимание, если ваша собака, допустим, выросла больше 3 килограммов, поговорим о больше, да, 3 килограмм, допустим, 3100 или 3200. Значит, нужно обратить внимание, во-первых, на кондицию собаки. Собаку очень просто раскормить. Она может, если вы ее посадите на диету, и она станет меньше кушать и больше двигаться, она войдет в стандарт, и все можно как бы уладить, допустим, с выставками. Но на выставке смотрят ведь не только вес собаки, смотрят соответствие породе. Поэтому выставки — это дело серьезное. Зубы должны быть по нормативам, да, прикус, количество зубов, а также собака сама должна соответствовать породе, ее движение, ее здоровье, ее полностью, ее экстерьер должен соответствовать породе. Какие-либо незначительные отклонения, они в принципе могут описываться, но не учитываться, да? А такие серьезные, как, допустим, дефект зубов, залом хвоста, кастрация, например, тоже как бы считается дисквалифицирующей частью. Значит, смотрите, ну тоже так, внимание, да, вот, допустим, ваша собака выросла не 3 килограмма, вы поставили ее на весы, она весит 3100. Уважаемые, от этого ваша собака не стала на 10 сантиметров выше, и от этого ваша собака не стала не чихуахуа, это раз. И опять же, может быть, она раскормленная быть. Поэтому, заводя собаку для шоу, нужно как бы учитывать это. Если вы собираетесь заниматься племенной деятельностью или выставками, собаку лучше приобретать в возрасте от 6 до 9 месяцев или до года, чтобы уже было видно окончательный рост и размер, потому что собаки растут интенсивно до 5-6 месяцев в рост. То есть, вот, в принципе, 5-месячный щенок — это собака уже выросла в холке, она больше не вырастет. Она будет еще формироваться, набирать не так уже интенсивно вес, ну, опять же, при правильном питании. Вот, будет расширяться грудь, подниматься нос, если собака породная, конечно, если это чихуахуа.
расширяться грудь, расширяться лоб. И, конечно, вес еще наберется, но уже не так интенсивно. Поэтому, когда мы говорим о стандартных чихуахуа, мы не говорим о, простите, крупных конях по колено другой породы. Мы говорим о чихуахуа. Визуально мне некоторые рекомендуют, и как бы мы это уже практиковали, снимать с чем-то, чтобы было понятно на ручках. Но трех чихуа вы спокойно можете носить на руках взрослых. Так, если объяснить словами. Потом, в любом случае, когда я снимаю щенка, я держу его на руках, он впереди меня, естественно, он кажется больше, чем есть на самом деле. Потом я снимала щенков с спичечным коробком. Сама снимаю, смотрю на щенка, он такой крошечный, а возле спичечного коробка вроде как и непонятно. Ну, давайте так. Средняя кошка весит, хотя кошки, они, в принципе, костяком не тяжелые чаще всего, может быть, около 5 килограммов. То есть взрослый чихуахуа примерно это в 2 раза меньше, а бывает и 3 раза меньше, чем кошка. Да? Вот когда мы часто покупаем лежаночки, переноски, мы ориентируемся на кошачий размер, ну, чтобы было свободно собаке. Поэтому примерно в холке по сантиметрам в среднем взрослая собака около 20 сантиметров. 19, 18, 22 в зависимости от собачки. То есть вот такой это в холке. Холка, да, это вот здесь. Это вот здесь. Это когда собака стоит ровно вниз сантиметром линейка. А ну, мы измеряем до земли. Вот. Потом, значит, еще раз о слове стандарт. Стандарт. Это от 1,5 килограммов, раньше было от 500, теперь от 1,5 до 3 килограммов. На выставке вы не встретите собак 1,5 килограммовых, чаще всего эти собаки не выставочные, они мини, миниатюрные и как бы тоже считаются не для выставок и разведения. Чаще всего там стандартные собаки от 2 до 3 килограммов участвуют. Чаще всего, пожалуйста, не пишите мне, что у меня чемпион 1,5 килограмма. Может быть, у вас и чемпион 1,5 килограмма, но я говорю о большинстве. Сколько я была на выставках, сколько можно посмотреть выставок в Ютубе, я не вижу там миниатюрных маленьких собак 1,5 килограммовых. Есть единицы, не спорю. Но это только исключение, чем правило. Мы заводчики, вообще люди разделили условно, нет никаких специально в стандарте не прописаны мелкий стандарт, средний стандарт, крупный стандарт, примерно. Ну, чтобы немножко можно было ориентироваться, от 2 до 3 килограммов мы говорим, там, если собака ближе к 2 килограммам, мы говорим мелкий стандарт. Если там 2,5, то там средний стандарт, если ближе к 3, то как бы крупный стандарт. Но, ребята, вот у меня лежит вот Феодосия, ей сколько нам, 9 месяцев, да, будет. Она весит, вот я сейчас весила 2,5 килограмма. Я счастлива, эта девочка, надеюсь, ну, чуть-чуть еще подберет, так, чтобы эта собака среднего стандарта, которая уже выросла, у меня уже протекла, и вот она прекрасно подойдет для выставок и разведения. Вот, то есть в этом возрасте уже можно о чем-то судить. Наш Космос, я говорила, что он весит 200, нет, он, я его взвесила, он весит 2,5 килограмма, он низкий, он головастый, у него классная голова, ему, а ну, Филипп, вот, и вот вроде бы он такой мелковатый смотрится по сравнению с другими, по крайней мере, я вижу, но веса в нем меньше, он, конечно, еще подберет грамм 100-200, вот, Филипп. А Филипп доминирует, он показывает, что он главный. Филипп у нас всегда весил 2,5 килограмма, иногда разъестся до 2700, иногда похудеет, потому что вот сейчас нервничает, сейчас похудеет. Видите, но он широкий, низкий. Феодосия сейчас всем сыпала. Иди сюда. Вот. Так, дальше. По весу собак. Еще раз, щенки растут быстро и интенсивно. И щенок, нормальный щенок, примерно в 2 месяца весит около килограмма. Вот ориентируйтесь, примерно, вот казалось бы, как это взрослая 2 килограмма, а этот щенок, вот так, ребята, вот так щенки растут быстро, интенсивно, а потом резко останавливаются, и мелкие породы, это не только чихуахуа, вот так развиваются и растут. Царица, не шуми!
Вот сейчас я перевешивала щеночков. Сегодня вот наша Венера бывшая, теперь ее зовут Моника. Она весит, вот смотрите, маленькая такая вся, малышка. Я не знаю, с чем ее сравнить. Ее вес 250 кило. Я думала, она где-то 100 кг. То есть даже я вижу ее визуально. Я бывает, ну как бы я уже могу на глаз сказать, сколько собака весит. Но опять же, ее берешь, она как бы имеет вес. А бывает, берешь собачку, она прям легкая-легкая. Так, кто, кого мы еще взвесили сегодня? Вот Шинар, ему 4,5 месяца. Я его взвесила, он весит 2200. Это шикарный вес для стандартного, мелкий стандарт, даже скажу, ну, средний стандарт кобелька. То есть его вес будет где-то 2,5 килограмма, 2600. Это идеальный вес, не крупный, не здоровенный. На, покажись ты, мой мальчик. Вот такая вот. Вот так вот попыталась вам рассказать. То есть собаки у меня все стандартные. Самый мелкий у нас из взрослых собак — это мажор. Где вообще мажор делся? А, он вот. Он весит 2200-2300. И самый крупный кобель у нас. А где наш Елисей? Вот он, Елисей. Он 2800. Крепкий стандартный кобель. 2700. В зависимости. У него ниже ринки, если можно обратить внимание. Рост его около 20 сантиметров холки. Царица, вот шумная. Вот так. Берите линеечку, прикладывайте, примерно ориентируйтесь. Крошки на ладошке, карманные собачки. Карманные они, конечно, только когда они щенки. Потом в карман их особо не положишь, но за пазуху засунуть можно. И это не только в моем питомнике. Мы говорим о большинстве нормальных, стандартных. Чихуахуа, стандартные, ребята, от 1,5 до 2 килограммов. Стандарт звучит, потому что это прописано в стандарте, а не потому что это огромная собака. Все, веселье настоящее. Давайте пронаблюдаем за нашими собачками. Абсолютно каждый, кто приобрел у нас щенка, с кем бы я ни говорила на эту тему, подтвердят все мои друзья, которые купили у нас щенка, приобрели. Каждый из них, который пришел за щенком или увидел, получил своего щенка, был удивлен его размеру. Люди, которые приезжали к нам за щенком, когда мы выпускаем взрослых, они думают, что это щенки. Потом они говорят, что они у нас миники. Я говорю, нет, это не миники, это обычные, стандартные, от 2 до 3 килограммов взрослые собаки. А щенки вот они. А щенки вот они. Так что не пытайтесь уменьшить. Уже маленькая, это и так есть миниатюрная порода. Самая маленькая в мире порода, которая 2000 лет, которая выведена не искусственно. Поэтому это здоровые собаки, смелые собаки, что очень важно. И, конечно, очень красивые. А Шинар повышается в цене, теперь он будет стоить немного дороже. Но если кто-то в него влюбился раньше, то еще по старой цене, возможно, мы его вам продадим. Обращайтесь. До новых видео, до новых встреч. Всего вам доброго. Пока-пока. С уважением, из домашнего питомника Чихуахуа Костропула. Я его владелец Екатерина. С любовью, с большой любовью. И вот эти девчоночки передают своим мамочкам приветики. Да, конопусочка моя, конопусочка. Да-да-да, вот такая я, скажи, красивая мама. Такая ушастая, лялечка ты моя. Солнышко ты такое. Татушка у нее там на пузике.